В окрестностях Магнитогорска обнаружили экзотического гостя. На озере Соленое поселился фламинго. Птицу заметили местные зоологи. Фламинго замер на одной ноге, буквально в нескольких метрах от берега. Голову прячет под крыло. Зоологов птица близко не подпускает. Когда специалисты пытаются подойти, осмотреть ее, опасливо отходит подальше. Фламинго все привыкли видеть розовыми. У этой птицы перья серо-коричневые. Все потому, что это птенец, объясняют зоологи. Птица ведет себя спокойно, не беспокоится, опускает голову в воду, то есть он и кормится. Возможно, он отдыхает. Возможно, он отстал от стаи именно для того, чтобы отдохнуть, набраться сил и дальше полетит. Скорее всего, эта птица из Казахстана летела на зимовку. Уральских морозов экзотичный гость не перенесет, поэтому его забрали охотоведы и отправили в Уфу. Там птица будет жить в зоопарке.